Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем плейлист «Польский язык до автоматизма» и переходим сразу к практике. У меня много времени. Мам, дуже часу. У меня мало работы. Мам, мало працы. Книга. Сёмушка. Бедный. Бедный, богатый, богатый. Знать этот язык. Знать тен язык. Купить машину. Купить. Самохуд. Сестра. Сестра. Дядя, вуек, тетя, тетя. Повторим. Мам дуже часу, мам мало працы, ксёншка, бедны, богаты, знать тен язык, купить самохуд, сестра, вуек, тетя. Идем дальше. Писать по-польски. Писать по-польску. Читать по-английски. Читать по-ангельску. Понимаю без проблем. Розумем без проблему. Лампочка. Жаровка. Я могу купить это платье сейчас. Могу купить то сукенка терас. Я вижу школу. Видзе школа. Я учитель. Естем научителем. А как сказать «я учительница»? Естем научительком. У меня два брата. Мам двух братьев. Обожаю эту культуру. Увельбям то культура. Я могу читать по-польски. Мога читать по-польску. Писать по-польску. Читать по-ангельску. Розумим без проблему. Жаровка. Мога купить том сукенка терес. Видзе школы. Естем научителем. Естем научителько. Мам двух братьев. Увельбям том культуры. Могу читать по-польску. Переводим. Я хочу купить эту книгу. Хочу купить то ксёнушка. Я могу понимать тебя без проблем. Могу разуметь тебя. Без проблему. Я вижу университет. Видзе университет. Я вижу магазин. Видзе склеп. Я хотел бы говорить на трех иностранных языках. Я хотел бы говорить на трех иностранных языках. Хотел бы розмавить чех языках опцих. Я говорю по-русски и по-польски. Я мувя по-русыйску
и по-польску. Я вижу машину. Видзе самохут. Мне 30 лет. Мам 60 лет. У меня 3 кота. Мам 3 котов. Я водитель. Jestem kierowcą. Повторяем. Хце купить тон ксёншка. Могу разуміть тебе без проблему. Видзе університет. Видзе склеп. Хтяв бам розмавять в чех інциках обцих. Я мувя по-російську і по-польську. Видзе самохут. Мам 30 лят. Мам 3 котов. Єстем керовцом. Продовжаєм. Мне нравится учить английский с моим учителем. Миша. Подоба. Учиться английского с моим научителем. У меня есть собака. Мам пса. Я вижу лампочку. Видзе. Жаровка. У меня есть сестра. Мам сестра. Мне хочется купить машину. Миша хце купить самохут. Я могу читать по-польски. Могу читать по-польску. Я хотел бы знать больше иностранных языков. Хотел бы знать венций языков опцих. Мне 24 года. Мам 24 лета. У меня есть машина. Мам самохут. У меня есть дом. Мам дом. Если квартира, то мешкание. Либо можно сказать апартаменты. Апартаменты. У меня много времени. Мам. Дуже часу. Повторяем. Мише подоба учиться ангельского с моим научителем. Мам пса. Видзе жаровка. Мам сестра. Мише хце купить самохут. Могу читать по-польску. Хтяв бам знать венцы языков опцих. Мам 24 лята. Мам самохут. Мам дом. Мешкання. Апартаменты. Мам дуже часу. Сейчас изучим новые слова. Как сказать расческа для волос? Щетка. До волосов. Ножницы. Ножички. Плойка для волос. Или утюжок. Проставница. И как сказать выравнивать волосы? Простовать волосы. Фен. Сушарка. Парикмахер. Это уже слово было. Фризьер. А прическа фризура. Подстригать волосы. Подтинать волосы. А просто стрижка. Полотенце. Ренчник. А как сказать, я хотел бы записаться на прием? Хотел бы умовиться на визиты.
Это может быть врач, это может быть в салон. Итак, повторяем. Щетка до волос. Ножички. Простовница. Простовать волосы. Сушарка. Фризер. Фризура. Подтянуть волосы. Ченте. Ренчник. Хотел бы умовиться на визиты. И если девушка, то хотела бы. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите о ваших результатах в комментарии и пишите, какие темы вы хотели бы еще затронуть. Всем спасибо, пока-пока.